Всем привет, с вами Мимико, а я продолжаю проходить маскарад. И, как вы помните, мы продвинулись в сюжетке с странной кассеты от какой-то группы DMP. Подняли телефонную трубку вот здесь. И, кстати, какая-то девушка тоже, походу, начинает говорить по телефону. Что, собственно, значит, что, возможно, еще либо одна новая жертва, либо черт знает, что тут происходит. Нам нужно идти в мотель Lucky Star. И я помню, что здесь не очень-то разговорчивый был парень на входе. Кстати, может быть, именно поэтому он и не разговорчивый, потому что понимает, что либо на него навели, знаете, справки, да? Либо еще что-то, я не знаю. Ночь вас тревожит. Кажется, в твоем заведении поселился мертвец. Окей, да. Уже? Черт, рановато для этой ночи. Ну ладно, я вызову полицию, но кто знает, когда они приедут. Защищайте, служите, ага. Я много замечаю подобного человека, что сейчас разговаривает со мной. И полиция задает столько вопросов, слишком много, чтобы задерживаться здесь. Давайте первое. Да, определенно. Ой, он замолчал. Я просто постою здесь и подожду, пока он скажет что-нибудь еще. Я ему об этом сообщила, потому что мы, как вы помните, в прошлый раз... Ну, как в прошлый раз? Не совсем в прошлый раз, но так или иначе мы выполняли тогда квест, и здесь действительно убили человека прямо при нас. Ну, по заданию Артура Килпатрика. Надеюсь, вы это помните. Поэтому я ему сообщила, что здесь появился мертвец. И правильно сделала. Так, номер 2, по-моему. Мне нужен. Где их нумерация это? 6? Вот как раз здесь, да. Должен был быть мертвец, походу. Здесь закрыто. Здесь я попробую взломать, но не факт, что мне это поможет хоть как-то. Сложность замка не минимум 8. Окей. Но у меня столько нет. Но, так как мы сейчас потеряли брони, знаете, то да, конечно, у меня сейчас... блин, хотя, слушайте, почему? Обыск. Взлом замков у меня 7. Понятно. Ну да, все-таки 7. Нам нужно ловкость поднять. Или я сейчас, пока сила крови действует, я не могу, да? Ну ладно. Третий. Но здесь, наверное, тоже ничего не получится. Не получится. Второй номер, как раз куда нас пригласили. Сейчас сила крови закончится. И я попробую увеличить себе ловкость. Блин. Убирать мне ее точно не надо. А вот увеличить? Блин, стоимость 12. Ну, черт возьми, а. Ладно, а безопасности нам хватит? Есть! Да, хватает. И тогда... Я не знаю, зачем я этим занимаюсь, на самом деле. Дадут ли мне что-то эти номера? Но, тем не менее, у меня, получается, взламываются оба замка. Сейчас я это успею только сделать. Есть? А, отлично. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Мне интересно исследовать другие какие-то квартиры, дома, потому что, ну, далеко не все, знаете, можно увидеть тупо по сюжетке. Может быть, на что-то мы напоримся чисто случайно. Но, судя по всему, не здесь. Во всяком случае, не сейчас. Но, тем не менее, двери уже будут открыты. Так, хорошо. Блин, здесь как крови-то много. О, ключ от интернет-кафе. Как интересно. Интернет-кафе тоже здесь при чем? Журнал задания обновлен. Да, ключ от интернет-кафе. Слушайте, а зачем нас сюда послали? Хорошо. Вот очень интересно, почему?
потому что как-то, ну, я не знаю, для меня как-то нелогично, знаете, то, что позвонил человек, и просто ради того, чтобы мы оттуда взяли ключ, возможно, он посчитал, знаете, по паролю, что мы что-то вроде клинингового сервиса, знаете, пришли и должны навести порядок с ними. Есть такая вероятность, но я, честно, не помню, почему так произошло. Тем не менее, мы идем Ground Zero, Ground 0. И я прекрасно помню ту дверь, о которой сейчас речь, которую нужно открыть, поэтому идем сюда сразу. Администратора тут тем более нет. Это что за звук такой? Опа. Давайте-ка я сделаю сохранение быстрое, потому что как-то меня это напрягает. Вы используя ключ, вы выбросили ключ. Окей. Ну, потому что здесь двери, они едят. А! Ой! Ой! Блин, скример такой. Эффект неожиданности. Прям жесть. Я слышу, там еще топчется. Тварь какая-то. All girls must sing in. Да сдохни. Так, еще один. No new chat without box. Окей. Слушайте, а здесь прям сцены, я смотрю. Классно. Но кто этим всем управляет? Что, симпатичненько. Так вот здесь девочка мертвая. Вот ты. Ты меня напрягал. Нифига себе, сколько вас здесь. Не, ну благо вы мне особо сделать ничего не можете, но все же. Так, окей. Когда то самое чувство, когда ты застрял в трупе. Ладно, камеры, мы даже вами можем управлять. Так, понятно, вам нужны были даже такие сцены. Есть дом, милый дом. Слушайте, а мне интересно, вот когда порнография снимается, вот это реально используется? Я как бы немного не в курсе, то что это скорее для фотосессии нужно, но как бы, блин, я много раз сказала слово «как бы», но в любом случае я не совсем в курсе, как это делается. Может быть, это для камхор каких-то, не знаю, блин, интересно. Так. Отдельная даже, знаете, с душевой кабинкой, туалетом. Ну, зебры это, конечно, вообще финиш. Все-таки это больше похоже для фотосессии, знаете. А здесь просто, знаете, кроватка и ноутбук у няня. Шторка, которая не двигается хорошо. Подождите, а что произошло-то в итоге? Ну, я думаю, мне туда нужно попасть. Не ниже 10. Вы серьезно? А, ну, кстати, здесь есть окна. А нахрена да? DMP. Иди сюда. Идите сюда, давай, 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 давай. Тварь. А вот здесь совсем другая сцена. Есть уже кровавые стены. Да, да.
Ужас какой. И вот эта дырочка внизу, она прям меня смущает. О, Господи, что за хуйня тут творится? Убиты, все убиты, разорваны на части. О, Господи. Тихо, не шуми, они нас услышат. Первый на твоих плечах голова смерти? Да, то есть... Нет, а похуй. Да, я работаю на ТМП, а ты кто? Первые уроды-черепушки такие же, как на ужасной пленке. Да, 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 я знаю, но мы не делали это дерьмо. Один из ребят украл и нашел ее на холме в старом жутком доме. Мне просто скопировали ее и добавили наш логотип. Это хуже, чем все, что мы когда-либо делали. Хуже, чем все, что я видел. Первое. Нет, смерть сгустилась в этом злом месте еще раньше. Второе. У тебя нет нимба, мелкий бес. И третье. Где этот адский особняк? Давайте третье. Пожалуйста, я прошу, просто выведите меня отсюда. А, о нет, а? А? Ну, прекрасно. И откуда ты выполз, тварь? Что, от человека? Вообще ничего не осталось, осталась только тень. Я не понимаю, это что такое за жертва радиации, а? Где остаются тени от людей? Ну вы что? Это же прям бред. Так, а мы к этому парню попадаем. Хорошо. Сервера разные. Кассета. Полная кассета ужасов. Ну и здесь мы уже можем, я так понимаю, открыть дверь. И свалить отсюда. О, привет. Я так понимаю, вреснуться еще успели, да? Ладно, они хоть для человека, который в рукопашку здесь уже дерется, они не страшны на данном этапе. Компьютерный клуб. Зашел в компьютерный клуб с кем-то постреляться. Кстати, никого нет. Вы слышите, какая тишина? Никого нет в компьютерном клубе больше. Вот так. А потом думаете, зашел постреляться в КС-очку. По локалочке. А в итоге тебя уже нет. Ну, скорее всего, их скушали, я думаю. Ну, вероятнее всего, во всяком случае. Пойдемте доложим все это Айзеку. Расскажем о том, как идет у нас расследование. Интересно, что он скажет в итоге. Ну, в любом случае, у нас есть полная версия кассеты. Мы ее посмотрим. Есть какие-нибудь успехи? Кассетные монстры, не куклы. Мечты не сбываются этой ночью. Тогда это, несомненно, работа изверга. Дай мне кассету, там может быть что-нибудь, что прольет свет на его мотивы. Oh!
Дом на видео, я знаю его. Он находится на холмах Кингсвей, если не ошибаюсь. Полагаю, Сизверг, создавший кассету, использует этих тварей, чтобы травить Носферату, чем объясняется их внезапное отсутствие. Они в западне. Что ж, очень жаль, что князь хочет, чтобы ты искал Носферату, потому что, похоже, лишь этот изверг знает, как до ней добраться, и я сомневаюсь, что он нарисует для тебя карту. Похоже, Кингсвей — это единственный путь попасть к ним. Увы. Мое путешествие лежит через дорогу королей, и второе — оставайся здесь в комфорте, а я извлеку себя наружу. Но ругаться я ни с кем пока что не хочу, поэтому первое. Могу обеспечить тебе машину для поездки, когда будешь готов. Если я не получу вести от Носферату в течение пары следующих ночей, я сообщу Лакруа, что ему нужен новый исполнитель, и направлю пару своих отрядов на холмы, чтобы закончили работу. А сразу же отправить со мной вместе пару отрядов нельзя? Сволочь. Окей, мне доверюсь парню в желтом автомобиле. Если позволишь дать тебе последнее предостережение, не доверяй Лакруа. Не ввязывайся в проклятую политику Камарили. Этому городу уже недавно не нужны и никогда не будут нужны. У него куда больше чести, чем ты полагаешь. Второе, в кого мне вложить свое доверие? И третье, для меня здесь ничего больше нет. Ну давай, в кого вложить доверие? Расскажи мне. Это уже решай сама. Я лишь знаю, кому ты не можешь доверять. Я поразмыслю над этим. Окей. Как вам данная видеокассета-то? Достаточно интересно, да? Во всяком случае, непонятно для чего, зачем. Но напоминает что-то вроде, знаете, какого-то квеста, который, возможно, человек либо выполнит, либо это просто на убой приводят кого-то в этот дом. И он должен попробовать там выжить. Что ж, я думаю, на этом я пока что завершу. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока и до встречи.